Всем привет, меня зовут Юлия Самойлова, и я из России. Самое сложное в жизни – это не иметь поддержки. И я считаю, что самым важным для меня является именно поддержка родных, любовь. Когда мы все вместе, мы сила. Меня вдохновила мама, потому что в детстве она очень сама хотела стать певицей, и у нее это получалось. И она все свои желания в меня вложила, и я начала петь. Я думаю, что такой вещи нет, но я знаю точно, что я всегда звоню родителям, всегда звоню маме, и, ну, само собой, Лёшка, мой муж, он всегда рядом. Я хотела стать психологом, либо дизайнер интерьеров. Придумать что-то как-то, ну, сделать красиво. Я очень серьезно к этому отношусь, ко всяким мелочам, деталям. Мне это нравится. Мое сердце ведет меня, и я больше не в темноте. А ожидаю я в первую очередь, на что касается меня, самореализации, ну, во всех областях, да, и в плане профессии, в плане семьи, чтобы все было хорошо, друзей. Ну, просто я обычный человек, я ищу обычного человеческого счастья. Я его ожидаю, и... но оно есть, оно меня окружает. И я всем желаю того же. No longer in the dark.